Всем привет, меня зовут Катя, это еженедельный нетрадиционный отчет по моим стоковым делам. Нетрадиционным потому, что я его снимаю не на фоне своей любимой белой стены, а вот в такой прям шляпе. У меня просто здесь прям солнце практически в глаза, и я вот вижу, что у меня прекрасный орел. Ну, как вы поняли, я не дома, я вроде как отдыхаю от стоков, но на самом деле Shutterstock так не думает. Я наделала кучу всяких этих текстур и потихонечку их подгружаю. Вот, все принимается спокойненько, по 3 и по 4 штучки отправляю, и процесс идет. И сейчас я поняла, что я забыла посмотреть, сколько я картинок подгрузила на этой неделе. Блин, ну ладно, потом посмотрю и вставлю уже, когда буду видео монтировать. Рисовать пока у меня в отпуске не получается, точнее, я сделала несколько скетчей с видом на пляж, на залив, он у нас вот такой шикарный. Я реально, кстати, при выборе отеля особо не заморачивалась, просто когда мне прислали варианты, я увидела в фотографиях вот такой вид, когда ты лежишь с бокальчиком чего-то, и у тебя тут залив. И эти высотки, я решила, что да, надо. Вот. Но рисовать я планирую. Пока это тяжело дается в первые дни, когда ты только въезжаешь, вообще, что ты отдыхаешь. Но ничего, все будет. И хотелось подвести в этом видео итоги ноября. Да, я немножко путаюсь в месяцах. Ну ладно, в отпуске это можно. Итоги ноября по количеству проданных картинок 40 штук, по-моему, у меня их, да, было 40. Это самый такой продажный месяц, но в плане финансов там что-то до 30 баксов даже не дотягивает, потому что не было никакой там расширы, то есть по $1.88 что-то еще продавалось, но никаких там таких крупных цифр, поэтому в плане именно прибыли май у меня был круче. У меня был май с расширенными лицензиями, и по количеству там было столько же продаж, а по сумме, короче, там процентов на 50 точно больше. Так что вот такой вот ноябрь. Но мне нравится тенденция, что количество проданных картинок постепенно увеличивается, увеличивается, и то есть такая приятная тенденция. Я себе тут записала, что у меня продавалось. Облака у меня купили. Я сделала такой небольшой сет из текстурных облачков. Их вот купили. Конечно же, змеи. Не проходит недели, что мои змеи не продавались. Паттерны с цветами, пальмовые мои паттерны. Опять же, радуюсь, что я для гимнастик рисовала это все, потому что паттерны реально классные получились, и они продаются. Вот, а так ничего не рисую. Хотя хочется хотя бы просто какие-то скетчи. Но на самом деле, вот ездили вчера в Дубай, и очень вдохновляет на какие-то картины, а пока не стоковые дела. Вот. В общем, на этом все. Я пойду загорать. И, может быть, в этом отпуске все-таки порисую что-нибудь для шатра. Всем пока!